Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня мы заканчиваем серию программ на тему «Божественные институты и дух беззакония». Мы уже говорили, что Бог является источником всей власти и управляет этим миром с помощью семи божественных институтов. Божественный институт — это сфера делегированной власти, в которой Бог доверяет свою власть людям. И он желает, чтобы мы управляли с мерой его власти, под его властью, и представляли его на земле. И нам нужно понимать, распознавать и почитать эти божественные институты и делегированную власть. Наше подчинение Богу проявляется не только в наших личных отношениях с Богом, но в подчинении человеческой власти от Бога, в этих божественных институтах. И главный ключ к тому, чтобы мы хорошо жили, это понимание и почитание божественных институтов и подчинение властям, которые Бог поместил в нашей жизни. Мы уже изучили, о каких божественных институтах идет речь. Все они описаны в Библии. Первые четыре упомянуты в первых двух главах Библии. Они были установлены Богом до грехопадения человека в бытии третьей главе. Это положительные и продуктивные божественные институты, которые легли в основании нашей социальной жизни. Номер один ⁇ это свободная воля. Бог создал человека по своему образу, поэтому как Бог суверенен и имеет власть, так и мы несем в себе частичку этой власти, власти над нашей собственной жизнью и властвования над нашим окружением. Мы не имеем всей власти, а лишь ее часть, и у нас есть свободная воля. Мы ответственны перед Богом, чтобы использовать эту свободную волю правильно и представлять Его на земле. Итак, первый и основополагающий божественный институт — это свобода воли. Мы должны уважать свободу воли всех людей вокруг. Это очень важно, и это основание всего того, что будет сказано далее. Все остальные божественные институты не должны ущемлять свободную волю. На самом деле они задуманы для того, чтобы защитить ее. Второй божественный институт, который представил Бог человеку, это работа, управление садом и всей землей. Конечно же, на рабочем месте тоже есть власть, и это от Бога. Третья сфера ⁇ это брак. Бог создал Адама и Еву, и они стали образцом или моделью брака между мужчиной и женщиной. В браке тоже есть власть, Бог дал власть мужчине. Правда, что мужчины часто злоупотребляют этой властью, и им придется ответить перед Богом за это. Но это не должно стать основанием для разрушения власти внутри брака и удаления всех различий между полами в браке. Четвертый божественный институт — это семья. Библия говорит, что дети находятся под властью своих родителей. Так задумал Бог. Родители ответственны за то, чтобы заботиться о своих детях и обучать их. И один из самых важных уроков, который должны усвоить детям, это как относиться к родителям. Для них главная власть — это родители, которые должны представлять Бога. Научившись повиноваться родителям, они научатся правильно повиноваться власти на рабочем месте и в других сферах. Затем произошло грехопадение, и в мир пришел грех и проклятие, а вместе с ними и дух беззакония сатаны. И после этого Начались атаки на божественные институты. Кстати, любая преступная деятельность чаще всего атакует первый божественный институт, будь то грабеж, убийство или оскорбление человека. Поэтому важно было ввести следующий пятый божественный институт, человеческое правительство. Без него невозможно сдерживать грех и зло, иначе всю землю наполнит насилие и полнейший хаос а причиной всему является грех человечества. Итак, власть это не проблема, хотя власть может быть греховной, вернее методы ее использования. Но в самой власти проблем нет. Вся проблема в грехе, который сидит в сердце каждого человека. И единственное правильное решение этой проблемы – это Христос и Его Евангелие. Тем временем Бог вел человеческую власть, чтобы сдерживать этот грех и зло, и чтобы мы могли иметь мирную жизнь. Итак, следующий божественный институт — это человеческое правительство, основная цель которого — это закон и порядок. Он появился после потопа, Бог дал человеку ответственность и власть расследовать преступления и разбираться с ними, включая главное наказание за убийство. Бог установил принцип справедливости око за око, зуб за зуб. То есть за каждое преступление должно быть наказание. А если кто-то кого-то убил, то наказанием должно быть лишение жизни. Итак, Правительство это Божественный институт, и поэтому в послании к римлянам, 13, главе 3 стихе, сказано, что мы должны подчиняться властям. 6. Божественный институт это государством. Бог запланировал, что люди разойдутся по всему миру и создадут разные народы и государства. Богу пришлось ускорить этот процесс во время построения Вавилонской башни. Потому что вместо распространения по всему миру люди попытались создать одну мировую империю, и вавилонская башня должна была это символизировать. Звучит как благородное видение, но на самом деле это было непослушание Богу. Бог знает, что из-за греха в сердце человека, если один человек станет диктатором над всем, то он будет не квалифицирован, потому что он грешник, он под властью сатаны, а значит, он будет использовать власть для совершения зла, для контроля людей, которые под ним, и для того, чтобы отвернуть их от Бога. На самом деле в этом и был план сатаны. Поэтому Бог осудил их, у Вавилонской башни и разделил их на разные языки. Так они разошлись по всему миру, и появились различные государства. Появление народов и государств описано в Бытии 10 главе. Но воплощение этого плана в жизнь произошло в 11 главе у Вавилонской башни. Сделав это, Бог сдержал зло. Если зло захватит одну страну, то оно будет ограничено пределами той страны. Таким образом зло не сможет захватить весь мир. В последнее время Сатана планирует воздвигнуть вторую Вавилонскую башню. Поэтому признак того, что мы близки к последнему времени, это стремление к глобализации. А все идет именно к этому. В это время дух беззакония Сатаны хочет уничтожить... Все божественные институты ⁇ брак, семью, включая и государство. Национализм замещается глобализмом, чтобы приготовить путь для антихриста. Национализм сам по себе это хорошо, если, конечно, не перегибать палку. Но нет ничего плохого в том, чтобы гордиться своей страной или своим народом. Бог задумал появление народов и государств. И он против глобализации. А план сатаны, который исполнится в последнее время, заключается в том, чтобы создать единое мировое правительство. Он поставит над всем миром антихриста, который назван человеком беззакония. Так появится империя, которая будет полностью противостоять Богу. Он будет хулить Бога, отвергать Божью власть и сделает себя тоталитарным правителем. Все это произойдет во время великой скорби. Это будет худшее время в истории. Все человеческие свободы будут нарушены. Так сатана попытается полностью убрать Бога из виду и привести все человечество под свое доминирование. Вот почему Бог этого не приемлет. Он будет судить Вавилон. В Откровении 18 главе описано полное разрушение Вавилона, последнего оплота сатаны, который он попытается построить в последнее время. А затем Бог введет свое единое мировое правительство на одну тысячу лет, но даже тогда оно будет состоять из народов и государств. Но главная цель появления государства ⁇ сдерживать распространение зла в мире. Получается, что основная цель правительства ⁇ не вмешиваться в нашу жизнь, а обеспечивать закон и порядок и защищать свой народ от других народов. Так мы добрались до последнего Божественного института. И это церковь нашего Господа Иисуса Христа. Это Божественный институт с духовной властью. И если вы часть церкви, то вы часть этого института. В вас вложена духовная власть. Вы имеете ее как ребенок Бога. Слава Богу! Цель церкви в том, чтобы проповедовать Евангелие ради спасения всех людей. То есть церковь существует не только для своих членов и для тех, кто ими не является, но еще церковь, как и другие божественные институты, должна сдерживать зло в мире, создавая мирные условия для распространения Евангелия. Давайте рассмотрим власть церкви в Евангелии от Матфея. Это 16 глава, 19 стих. Именно там Иисус впервые заговорил о церкви. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне, то есть на Господе Иисусе Христе, я создам церковь». Слово «церковь» кажется странным, но оно появилось из-за короля Иакова, который не хотел, чтобы где-то звучало, что у церкви есть какая-либо власть. Так появилось слово «чорч», взятое из немецкого кирхе. На самом деле там стоит слово «экклесия», что означает «правительственное собрание». Но власть, которую имеет церковь, — это духовная власть. То есть это народ, который должен использовать духовную власть. Мы Эклесия Иисуса Христа, а если мы несем в себе власть, то мы божественный институт. Еще здесь сказано, что врата ада не одолеют ее. Иными словами, церковь находится посреди зоны боевых действий, где работает не только Дух Божий, но и Дух беззакония. Церковь помещена там, чтобы спасать души из ада. И тут сказано, что церковь будет успешна в этом. 19 стих повествует. «И дам тебе ключи или власть Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это буквальный перевод «Аллилуйя». Иными словами, мы имеем власть, чтобы нести суд на землю. Все, что было развязано на небе, мы можем принести на землю через ключи Царства, через имя Иисуса, через Слово Божие и через кровь Христа. Нам была поручена работа. Во-первых, нести Евангелие, а во-вторых, учить о Христе. И мы получили духовную власть для исполнения этой работы. Эту власть мы высвобождаем в молитве, в провозглашении и с помощью духовного оружия. Мы имеем власть связывать силы врага и высвобождать Божью силу. И мы должны пользоваться всем этим в духовной войне, чтобы сдерживать зло и спасать людей. Мы имеем делегированную власть с небес, и мы имеем право применять ее на земле, как представители Бога. Аллилуйя! Говоря о власти церкви, я имею в виду не только власть пасторов, старейшин и диаконов, я говорю о том, что каждый верующий имеет власть, которую мы высвобождаем через проповедь Евангелия, молитву и провозглашение. Мы послы Христа, мы Его представители. И чем больше среди нас единства, тем сильнее мы в этой власти. Итак, мы представители Бога на земле. И мы, как и все остальные божественные институты, существуем для всех людей. Мы здесь для всех. Мы должны проповедовать Евангелие всем людям и делать учеников Иисуса из всех людей. Нам велено молиться за всех людей, особенно за тех, кто у власти. Мы должны сдерживать зло на земле. Мы имеем власть от Бога сдерживать зло и приносить Божье Царство в жизни людей через Евангелие. Евангелие спасения ⁇ это единственный реальный ответ на зло в этом мире. Главная проблема ⁇ это грех, который находится в сердцах людей. И только изменив сердца людей, мы можем решить эту проблему с грехом и со всем злом в этом мире. Итак, мы уполномочены проповедовать Евангелие и учить Слову Божьему, а также поступать праведно в этом мире, как соль и свет. Мы также призваны нести истину и поддерживать другие божественные институты. Бог уполномочил нас на это. И мы, как церковь, играем свою роль в духовной защите других божественных институтов ⁇ брака, семьи, правительства и свободной воли. Мы делаем это, уча истине, проповедуя Евангелие. А нашими молитвами мы сдерживаем дух беззакония, который хочет уничтожить наше общество. И мы увидим это в нескольких местах Писания. Итак, мы призваны поддерживать, почитать и молиться за божественные институты, а также защищать их от нападок чтобы мы смогли исполнить свою миссию, проповедовать Евангелие. И чтобы мы были эффективными в своей власти, мы должны уметь различать божественные институты и почитать их. А также мы должны молиться за них, особенно за тех, кто у власти. А еще мы должны уметь распознать дух беззакония и противостоять ему. Сдерживающую миссию церкви мы видим во втором послании Фессалоникийцам, второй главе, с 3 по 8 стих, об этом как раз и говорится. Там говорится о том, что мы должны использовать свою власть, чтобы сдерживать дух беззакония. И мы делаем это с помощью наших молитв и провозглашений. «Да не обольстит вас никто никак» ибо день тот, а именно день великой скорби, не придет, доколе не придет прежде отступление. Речь идет о вознесении церкви, и не откроется человек греха, антихрист или человек беззакония, сын погибели. Он является воплощением беззакония, отвергая всю божественную власть. Это человек греха, который откроется во время великой скорби противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. То есть он называет себя наивысшей властью, отвергает Бога. И все его божественные институты и требуют, чтобы весь мир поклонялся ему как Богу. Но обратите внимание на шестой стих, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Иными словами, Антихрист не может прийти в этот мир, потому что нечто сдерживает его, а это Дух Святой, действующий через церковь, потому что церковь использует свою духовную власть, чтобы сдерживать его. Ибо тайны беззакония или дух беззакония, уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, церковь пока еще здесь. Она сдерживает и останавливает этот дух беззакония, чтобы он не проявился на полную. Он уже много раз пытался захватить весь мир, но его всегда останавливали. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник. Сатана короткое время будет править всем миром, но которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Итак, часть миссии церкви сдерживать дух беззакония и поддерживать божественные институты. Иисус сказал это другими словами. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. «Вы — соль земли». Соль предотвращает тление. То есть соль — это символ истины. Также послание к Колосинам, 4 глава, 6 стих, говорит нам, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Благодать и истина часто дополняют друг друга. Сказано, что Иисус был полон благодати и истины. Это два дополняющих друг друга аспекта. То есть в наших словах должна быть как благодать, так и истина. Соль это и есть истина и вам нужны оба компонента. Соль — это истина Божья и истинность Божьих институтов, которая сдерживает тление. Соль для мяса в те дни была очень ценной, потому что холодильников у них не было, только это и сдерживало тление. А беззаконие сдерживает только истина Слова Божьего. Духовная война ⁇ это война за истину. Вам нужно наполнить сердце истиной о божественных институтах. И это будет сдерживать дух беззакония, который пытается пробраться в вашу жизнь. Итак, мы должны стоять за истину божественных институтов брака, семьи и свободы слова. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? В те дни соль была такой дорогой, что к ней добавляли белую пудру, чтобы она выглядела объемнее. из за нее можно было выручить больше денег. Но добавление пудры портило соль. Она теряла свою соленость, а также способность предотвращать кленение. Это про образ верующих. Тут сказано... Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Если мы позволяем духу беззакония пробраться в нашу жизнь, иными словами, если мы отвергаем власть в своей жизни, то мы становимся мирскими. Далее сказано, она уже ни к чему не годна, как раз вы выбросите ее вон на попрание людям. Если мы идем на компромиссы в наших ценностях и в посвящении истине Божией, то мы ничем не пригодны для Бога, и мир нас тоже не будет уважать. То есть мы должны быть солеными, мы должны стоять за истину. А затем Иисус говорит «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть мы все должны быть в единстве и распространять свет Евангелия. И зажегшие свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, то есть проповедуйте Евангелие, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Люди будут смотреть на вашу жизнь. Если она будет совпадать с вашими словами, то они будут прославлять Бога тем, что будут спасаться. Мы призваны быть солью и светом. Свет — это проповедь Евангелия. Соль — это праведность в этом мире и поддержание Божьих институтов. Будучи солеными, мы сдерживаем тление в этом мире. А будучи светом, мы поддерживаем тьму в мире. То есть служение церкви заключается в проповеди Евангелия, издерживании зла и тления в мире из-за духа беззакония. В наших молитвах мы должны выступать против духа беззакония и молиться за тех, кто стоит у власти. В первом послании Тимофею, второй главе, сказано. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. Получается, что сатана атакует власть, он думает, если он сможет подорвать власть, то сможет принести разрушение. Молитесь за власти, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. То есть, когда власти функционируют правильно, это приносит мир и порядок и создает условия для проповеди Евангелия. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом наша цель — приводить людей к спасению и достигать познания истины через Слово Божие. А для этого нужно мирное общество. Поэтому нужно молиться за власть. Если власть функционирует под Духом Божьим, тогда все пойдет хорошо. Поэтому нам следует молиться за власть. Если власть в опасности, молитесь о Божьей защите. А еще молитесь, чтобы Бог поднимал праведных чиновников, которые не злоупотребляют властью, потому что власть может быть греховной. Попросите Бога показать вам, есть ли какое-то беззаконие вашим сердцем, как Бог может использовать нас в духовной войне, если с нами не все в порядке, как мы можем ожидать, что дьявол убежит от нас, если мы сами подчинились его духу беззакония. Поэтому Иаков пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А как мы можем покориться Богу? Частично через повиновение божественным институтам. Только покорившись Богу, вы сможете противостать дьяволу, и дьявол от вас убежит. Получается, что в последнее время у нас будет важная роль. Мы должны посвятить и отдать себя Богу, чтобы Он использовал нас в духовной войне. Давайте пользоваться ключами от царства. Давайте пользоваться нашей властью, чтобы противостоять духу беззакония в мире и способствовать проповеди Евангелия. Давайте будем молиться за погибающих, чтобы у них был шанс принять спасение. Вы имеете власть через Слово Божие и через кровь Иисуса. Аминь. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.